друзья, начинается утро у нас с черного хлеба и вот с такого кефирчика. Кефир называется Катюша. Кефир Катюша употреблять в охлажденном виде. Так мы и будем делать с холодильника. Хлеб типа бородинский, такой черный. Очень хороший хлеб. Вот, очередное утро на Мальте. Сейчас покажу вам этот вид. Вид, конечно, мощнейший вообще. Вот, притом такие еще мощнейшие у нас стекла. Так. Чем дышит городок? Тут какая-то школа, где обучаются студенты. Здесь вообще все обучаются, приезжают сюда учиться английскому языку, в эту Мальту. Вот, прямо под нами находится ресторан. То есть спускаешься, сразу попадаешь в ресторан. Ночью здесь очень шумно, потому что ресторан работает, все. А если пройти вон в ту сторону, чуть-чуть здесь отсюда не видно отражение вот этого только зеркала. Если в ту сторону чуть-чуть пройти, то там уже как бы такой центровой пятачок. Там все движухи происходят, поэтому ночью очень шумно. Вот, ну естественно, как видите, такой просто волшебный, очаровательный, красивый вид на стройку. Вот, когда утром просыпаешься, видишь такую, такие пейзажи, такие невероятные автомобили. Конечно, сразу хочется жить, особенно впечатляет, особенно вдохновляет вот этот кран. Такой настоящий. Целеустремленный, дает полную тонну позитива. Ну что ж, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.